она на автобусе номер 637 от метро Владыкина до метро. Остановка – сигнальный проезд. Следующая остановка – сигнальный проезд в дом 35. Уважаемые пассажиры, остановка, сигнальный проезд дом 35. Во избежание получения травм, держите за поручень. Следующая остановка, обратный проезд. Уважаемые пассажиры, во время посадки в автобус будьте внимательны. Не задерживайтесь, по возможности проходите вперед в середину салона. Thank you.
Следующая остановка – Отрадная улица. Уважаемые пассажиры, при переходе в проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами. Не перебегайте дорогу перед преследующим транспортом. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. Детей держите за руки. Остановка – Отрадная улица. Следующая остановка – микрорайон 4Д «Отрадная». Уважаемые пассажиры, обо всех подозрительных лицах, находящихся в свободной улице, а также в случае обнаружения в автобусе вещей, оставленных другими пассажирами, немедленно сообщайте водителю. Из соображений безопасности просим вас не дотрагиваться до найденных вещей и предметов. Станция метро «Отрадная».
Остановка – станция метро «Отрадная». Следующая остановка – станция метро «Отрадная». Уважаемые пассажиры, будьте зрительными пассажирами. Выступайте места пожилым людям, беременным женщинам, пассажирам с детьми и инвалидам. Почему он стоит?
Следующая остановка. Северный бульвар, дом 1. Уважаемые пассажиры, информируем вас, что праздник в гостиной кондукторе будет назначен для подачи звукового сигнала водителю о выходе из салона. Данная кнопка используется для проверки остатка средств либо количества поездок на поездном билете. Чтобы воспользоваться указанной функцией, необходимо в течение 10 секунд после нажатия на кнопку приложить билет к валидатору.
Остановка улица Бестужевых, театр МЕЛ. Следующая остановка улица Декабристов, дом 1. Остановка Алтайское шоссе, дом 38. Следующая остановка. Русскоговорный проект.
Сигнальный проезд. Следующая остановка. Металлобаза. Уважаемые пассажиры, на маршрутах наземного городского пассажирского транспорта осуществляется ежедневный контроль оплаты налогов на перрон, чтобы заметно проехать и не обращать на них. Остановка школа номер 305. Во избежание получения травм держите предплечье. Следующая остановка. Путевой проезд, дом 28. Уважаемые пассажиры, во время посадки в автобус будьте внимательны. Не задерживайтесь. По возможности проходите вперед в середину салона. Thank you.
Остановка. Путевой проезд. Дом 40. Следующая остановка. Станция Бескудникова. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Обо всех подозрительных лицах, находящихся в салоне автобуса, а также в случае обнаружения в автобусе вещей, оставленных другими пассажирами, немедленно сообщите водителю. Из соображений безопасности просим вас не дотрагиваться до найденных вещей и грузов. Остановка. Станция Бескудникова. Следующая остановка. Улица Бегичева. Уважаемые пассажиры, для предотвращения случаев вандализма и других противоправных действий в салоне автобуса ведется ведённый предель. Просим вас нежно относиться к пассажирам. Остановка улица Бегичева. Следующая остановка. Поликлиника. Уважаемые пассажиры, будьте взаимовежливыми. Уступайте места пожилым людям, беременным женщинам, пассажирам с детьми и инвалидам. Остановка – поликлиника. Следующая остановка – кинотеатр «Макс». Уважаемые пассажиры, информируем вас, что красная кнопка с синей окантовкой будет предназначена для подачи звукового сигнала водителю о выходе из салона. Данная кнопка используется для проверки остатка средств либо количества поездок на поездном билете. Чтобы воспользоваться указанной функцией, необходимо в течение 10 секунд после нажатия на кнопку приложить билет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Следующая остановка – Стандартная улица. Уважаемые пассажиры, обращаем ваше внимание, что через дорогу разрешается посадка в автобус лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, включая инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению с собой благодарен, имеющим белую трость, а также пассажирам с детской колеской или велосипедом. Посадка в автобус лиц осуществляется только после выхода пассажиров с обязательной оплатой проезда через валидатор. Остановка – Стандартная улица. Следующая остановка – Костромская улица, дом 6. Остановка – Костромская улица, дом 6. Следующая остановка – роддом номер 11. Уважаемые пассажиры, на маршрутах наземного городского пассажирского транспорта осуществляется ежедневный контроль оплаты проезда. Напоминаем, что безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. А при выявлении случаев неправомерного использования персонифицированных льготных карт в размере 2500 рублей. За неуплату штрафа в течение 60 дней предусмотрена административная ответственность. Штраф в двукратном размере, либо административный арест, либо обязательный арест. Остановка – роддом номер 11. Следующая остановка – станция метро Бибирево. Конечно.
Уважаемые пассажиры, мы прибываем на конечную остановку станция метро Бибирево. При выходе из салона автобуса будьте внимательны и осторожны. Поездка на 600 автобус от Владыкина.